в Эфиопии, некогда стране голода, нищеты и войны, появляется надежда на лучшее будущее для детей. Даже в этом далеком западном уголке все больше детей доживают до своего пятилетия. Менее чем за 10 лет медработникам удалось сократить детскую смертность наполовину. Они диагностируют и лечат главные болезни-убийцы – диарею, пневмонию и малярию. Они знают, что именно нужно людям и как им это объяснить, особенно беременным женщинам. Медработники проверяют карту прививок и санитарные условия в таких домах, как у 22-летней Ариет Ниньо. В Эфиопии очень нужна медицинская помощь. Ее здесь предоставляют 38 тысяч медработников. Зарплату им платит правительство, а обучение, необходимые материалы и поддержку предоставляет ЮНИСЕФ. Медработник Абан Обьо. Эфиопия успешно движется к достижению одной из целей развития тысячелетия – сокращению детской смертности на две трети к 2015 году, сроку, установленному ООН. Стране необходимо двигаться полным ходом в направлении новых целей, а пока в жизни детей в Эфиопии происходят перемены к лучшему.